Мексика, 1931 год. Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Его ближайшие помощники – оператор Эдуард Тиссе и я, режиссер Григорий Александров. Как мы попали в эту удивительную страну? Фильмы, созданные Эйзенштейном в 20-е годы, и особенно «Броненосец Потемкин», прославили его имя во всем мире. И вот его вместе с нами пригласили в Америку, в Голливуд, для постановки фильма. Однако Эйзенштейн так и не нашел общего языка с владельцами голливудских кинофирм. С помощью американского писателя Эптона Синклера было решено снять картину о Мексике. Прежде чем снимать фильм об этой стране, ее нужно было изучить и понять. Выдающиеся мексиканские художники Ривера, Сикейрос и Ороско помогли нам узнать Мексику. С юга на север, с запада на восток, 2 месяца в безостановочных экспедициях. 1000 километров по трудным дорогам. Нас поразила удивительная особенность этой замечательной страны. Каких-нибудь 100 километров отделяли одну эпоху от другой. Древнюю доколумбову эру от эпохи завоевания Мексики испанскими конкистадорами. Годы феодального владычества от современной цивилизации. Эйзенштейн решил сделать необычную по сюжету картину о необычной стране, о Мексике, трагическую историю которой можно рассказать без актеров и декораций. Был написан сценарий, и начались съемки фильма «Да здравствует Мексика». Наша мексиканская экспедиция состояла всего из 3 человек. Мы были молоды тогда и готовы были своротить горы. И все же нам не удалось снять фильм до конца и смонтировать его. Нас разлучили с материалом, который мы сняли в Мексике. Его задержали в Голливуде, где он проявлялся и печатался. А потом он оказался в Музее современного искусства в Нью-Йорке. И только недавно нашему госфильмофонду удалось получить его и передать нам. Почти полвека продолжались переговоры. Нет в живых Эйзенштейна и Тиссе. Но фильм должен жить. Вы увидите фильм таким, каким задумал его Эйзенштейн, каким представлял я его себе тогда и каким я помню его сейчас. Трудно, да и невозможно представить до конца, как смонтировал бы картину великий мастер сегодня. Но мы постарались, пользуясь его либретто, статьями и рисунками, максимально приблизиться к авторскому замыслу. Предполагалось, что фильм будет состоять из нескольких новелл. Одни новеллы почти документальные, другие – игровые. А в целом, фильм должен был составлять многокрасочную киносимфонию о Мексике. Время в прологе. Вечность. Может быть, это сегодняшний день. Может быть, все это случилось 20 лет назад. А может быть, и 1000. Come.
камни, боги, люди. Жители страны священных руин и огромных пирамид все еще сохранили характер и форму своих предков. Среди языческих храмов священных городов, в царстве смерти, где прошлое все еще властвует над настоящим, людские лики похожи на те, что высечены из камня, ибо каменные фигуры – это изображение предков мексиканцев. Как символ, напоминающий о прошлом похоронный обряд среди мертвых развалин и былых памятников, образ полного порабощения перед идеей смерти, биологическим, физическим концом человека. Тропический Теуантепек. Время течет здесь медленно под сонный шелест пальм, а уклад жизни не меняется веками. Кажется, что мир в своем колыбельном возрасте был полон именно такой царственно равнодушной лени. Thank you.
сандунгу поют девушки, когда мечтают о будущем. Горделивая в своей юной красоте Консепсьон. Золотое ожерелье. Вот предмет ее мечтаний. Об этом грезят все туаны, девушки Теонтепека. Золотое ожерелье – это ее приданое, это залог ее семейного счастья. Женщина работает, женщина выбирает себе мужа, женщина вводит мужчину в новый дом. Матриархат. Она начинает работать с раннего детства, сберегая каждый грош, с тем, чтобы к 16-18 годам собрать ожерелье из золотых монет. Концепсьон не достает одной, всего лишь одной золотой монеты, чтобы завоевать право на счастье. Пусть твое ожерелье принесет тебе счастье. Абундио, возлюбленный Концепсьон.
что с тобой, Консепсьон? Разве не к этому ты стремилась? Не этого ждала, не об этом мечтала? Дело переходит в руки матерей и свах. Осматривают приданное. Пересчитывают монеты в ожерелье. Пробуют их, чисто или золото. Все население Туантепека принимает участие в этом событии.
Так медленно бьется полурастительная жизнь в старом укладе тропической части Мексики, столетиями не изменившей быта. Проходят годы, расцветают новые цветы. Действие этой новеллы происходит во время праздника в честь святой Девы Гваделупской. Но это и ежегодное воспоминание о колонизаторском захвате Мексики и Испании, о кровавости страшных дней. В 16 веке Мексику завоевал Кортес. Вместе с Кортесом пришли монахи и каленым железом выжигали язычество. В пирамидах, некогда увенчанных ацтекскими и тольтекскими капищами, испанцы поставили католические соборы, чтобы не сбивать маршрутов паломников, тысячелетиями шедших к подножию именно этих пирамид. Паломники разыгрывают мистерийный спектакль, в котором должны повторить и пережить страсти Господни. Острые колючки впиваются в тела тех, кто, связав из вертикальных стволов кактусов кресты, прикручивает их к собственным плечам, часами всползая наверх пирамид.
маски дьяволов, языческих богов, жестоких испанских завоевателей в одном хороводе празднуют юбилей. От зари до зари без передышки повторяют священные плясуны свое единственное и неизменное движение ног в честь Мадонны Гуадалупы. Кто знает, в честь Мадонны ли, а не в честь ли более древней богини, страшной матери богов. Наконец, кровавый финал фиесты. Бой быков, завезенный испанцами и ставший национальным зрелищем мексиканцев. Давид Лисиага, знаменитый мексиканский матадор. Его младший брат. Легкомысленный пикадор Паранита. Теперь в дом своей матери, попрощаться с ней, может быть, в последний раз. В этот день Тореро убивают быков в честь Святой Девы. Thank you.
девушки, которых избрали королевами боя быков. Давид Лисяга танцует на грани, отделяющей смерть от победы. Среди городских красавиц Бронита находит даму своего сердца, сеньору Кальдерон. Что остается делать бедному пикадору Бароните?
Мексика нежно лирична, но и жестока. Над высокими стенами массивных построек хасиенды звучит печальная и протяжная песня. Пионы просят святую деву облегчить их страдания в этот начинающийся день. Время действия – начало этого века, в эпоху диктатора Порфирио Диаса. В штате Идальго, высоко среди гор, растет большой кактус, имя которому – Магей. Действие этой новеллы развертывается на бесконечных полях Магея в Ланос де Апам, на старой хасиенде Тетлапайек. Их судьба одна и та же – день за днем высасывать маслянистый сок из сердца жесткого кактуса. Сок будет бродить и станет отупляющей, белой, густой, как молоко, водкой – пульке. На кактусовое поле, где работает пион Себастьян, родители Марии приводят дочь к ее жениху.
Фелисио, младший брат Себастьяна. Помещик и его ближайшие друзья. Каждая невеста в имении должна быть представлена хозяину-помещику. Приехала дочь старика Сара, и не одна, а с двоюродным братом. Сегодня у помещика праздник. Его отмечают ежегодно в один и тот же день. Про Марию забыли. Неопытная девушка не знает, какая судьба ее ждет. Судьба появляется в обличии пьяного гостя. Thank you.
ненависть рождает заговор. Трое его товарищей и брат Фелисио, они помогут ему отомстить. Они хотят освободить Марию. Thank you.
Thank you.
Мексика дремлющая, изменчивая, порабощенная. И, наконец, Мексика борющаяся, революционная. Но этой новеллы нам не удалось снять. Небольшие деньги, отпущенные на фильм, кончились. Съемки прекратились. Мы вернулись на родину. Мы хотели назвать эту новеллу «Сольдадера». Она должна была показать Мексику эпохи восстания 1910 года, объятую пламенем гражданской войны, страну, разделенную на враждующие лагеря, и объединившуюся благодаря победе революции. Героем новеллы должен был стать поднявшийся на борьбу простой народ Мексики. Сольдадеры – это солдатские жонки. Они врывались в деревни раньше армии, захватывали провизию, им надо было накормить своих усталых солдат. Сольдадеры проходили с солдатами весь их нелегкий путь. Наша сольдадера должна была вырастать до обобщенного образа самой Мексики, которая поднимается до понимания того, что сила не в распрях, а в объединении всего простого народа против сил реакции. Время и место действия. Мексика. 1931 год. Снова праздник. День мертвых. В этот день 2 ноября все оформлено эмблемами смерти и прежде всего черепами. День начинается с оплакивания усопших. Пиршество на кладбищах, еда на могилах и любовь среди кладбищенских кустов. Свечей пищи на могилах умерших к бурному карнавалу. Мексиканец презирает смерть, но ему этого мало. Мексиканец над смертью еще и смеется. Шоколадные гробики конкурируют с сахарными покойниками. И все это к концу дня распределяется по животишкам маленьких бронзовых ребят. Череп под цилиндром министра. Каской пожарного, фуражкой жандарма, череп под генеральской треуголкой.
культ смерти среди недвижной вечности камней, как в прологе. Уже не страшилище матери богов. Нет. Преодоление смерти насмешкою над ней. Момент для масок слетать. Уже не шутовские и картонные, реальные черепа, трупы, труп социально обреченного класса. Кто окажется за этой маской? Не тот ли это, что родился у Сальдадеры, и не ему ли суждено увидеть своими руками добытую, подлинно свободную Мексику?